Работать приходится в первую очередь по обращениям граждан, признаются члены выездной комиссии. Например, управляющая компания, обслуживающая этот дом, уже который год не может привести территорию в надлежащее состояние. В данном случае на придомовой территории, согласно проекту межевания, есть наличие мусора. Фасад дома разрисован граффити, а точно так же объявления на подъездах жилых домов. То есть это нарушение правил благоустройства содержания территории города Перми, что влечет административную ответственность, предусмотренную статьей 6.7 Кодекса об административных правонарушениях. Теперь за невыполненную работу управляющей компании придется заплатить, как и другой организации, занимающейся вывозом мусора уже с территории другого дома. Свыше 50%, если контейнер заполняется, то считается переполнением. Это уже является нарушением административного законодательства, которое попадает по закону Пермского края под нарушение. То есть можно привлекать возщиков к ответственности. И также здесь то, что вот КГМ не вывезен, то есть крупногабаритный мусор не вывезен, и тоже они должны были вывозить его, в принципе, ежедневно, как у них указано на информационном аншлаге. Но в первую очередь борьбу за порядок во дворах и на дорогах приходится вести с различными любителями раскопать и забыть. Налицо, значит, здесь имеется нарушение правил благоустройства, содержание территории города, в городе Перми. Значит, организатор, заказчик, это собственник торгового центра «Астраханский», не оформил разрешение на проведение земляных работ. И имеется нормативное состояние, значит, это складирован грунт вместе непосредственно проведения земляных работ, и отсутствует табличка с указанием организации, проводящей эти земляные работы. Кроме того, здесь не установлено сплошное ограждение, а это уже опасность для жизни и здоровья прохожих. Если вы видите какое-либо из вышеперечисленных нарушений в своем дворе, смело фиксируйте факт. А фото и краткое пояснение направляйте в районную администрацию, либо оставляйте на портале городперм.ру в разделе «Решаем вместе». Сейчас в районах вновь начали работу административные комиссии, которые и рассматривают все подобные материалы вместо мировых судей. Соответственно, время от составления протокола до вынесения постановления о наложении штрафа сократилось до 5, максимум 10 рабочих дней. Ритис Бараускас, Сергей Кундиус, телекомпания «Ветта». Ваши вопросы и заявки по теме ЖКХ оставляйте в одноименном разделе на сайте vetta.tv.